And then suddenly that person appears. Okay. Okay. On хочешь спросить сейчас о таких пара, ну, то, что называется паранормальных явлениях, как телепатия, как ну, материализация. Вот. Он хочет еще немножко поглубже копнуть то, что ты сказала. Yes, Frederick. Or you sit in some place together with some people and you realize that what you are thinking, exactly what somebody else is thinking. So you know how mm-hmm. to speak. Yeah. The other person is like, wow, that's exactly what was in my idea. That was exactly do you have such like experience with autonomy? And if they're there, how frequent are they? Are they very frequent or they're just once in a while, things like accidents really happen to normal person? Или, например, ты сидишь в комнате с людьми, вот, и замечаешь, что те мысли, которые у тебя мелькают в голове, это те же самые мысли, как и у другого человека. То есть ты как бы считываешь мысли другого человека. Вот, и разные другие факторы такого рода. И он спрашивает, случалось ли с собой такое на автономии, и как часто это случается. То есть случается ли это очень часто, или случается ли это просто иногда. Ну, я могу сказать, что это не чудеса, это все наши базовые настройки, которые может раскрыть любой человек в ином состоянии. So I want to say that first of all that those are not miracles. Those are our basic tunings or basic abilities, and every person can develop them or can actually can uncover them в любом состоянии, да? В ином состоянии. So people can uncover them when they get into a different state of consciousness. Mm-hmm. И то, что говорится, что читаешь мысли другого, это очень некорректное высказывание, потому что ты в этом состоянии, ты абсолютно чувствуешь другого человека, потому что другой человек — это ты. И ты можешь абсолютно четко знать, что с ним сейчас происходит. Он может говорить одни слова, но ты будешь понимать, что он хочет сказать. Возможно, он даже не может пока еще отследить, что он хочет сказать, а ты это уже знаешь. Uh-huh. Therefore, it wouldn't be really correct to say that you are reading the thoughts of another person, but rather that you are the same with the other person, so you just know what they are thinking about, and even if that person himself or herself don't aware that what kind of intention they have, what kind of thinking they have, you already know it because you are not separate. Mm-hmm. Ну и, конечно же, когда ты можешь настроиться на то, что тебе нужно, ты можешь спокойно увидеть, что происходит в том месте, в котором ты не находишься. И это тоже не волшебство, это объяснимо, и на своих марафонах я очень четко ребятам объясняю, все раскладываю по полочкам, как этих состояний достичь, чтобы они их не пугались. Это действительно то, что в нас заложено, это нужно просто распаковать. Мы можем видеть не глазами, в любой точке, где нам захочется, то место, которое нам захочется. И как это происходит, я все рассказываю. Okay, so and also the ability of knowing what is happening in a different place, somewhere far away from where you are, it's not a miracle. And I during my seminars, I actually explain to people how it works, so that they don't get afraid. And if you know how to tune yourself, you can actually see without your physical eyes, what is happening pretty much everywhere. Okay, thank you. Now, go on, please. Да, да, Света, что еще? Я хотела сказать, что это не волшебство, это те состояния, которые может достичь абсолютно любой человек. И что в моих силах, я показываю те шаги, куда нужно наступить, чтобы человек распаковал себя. Yeah, so I want to reiterate that those are not miracles. It is something that every person can achieve. And I try to help people to realize how to unpack
themselves in terms of those abilities, how to discover them in themselves.